В общем, немножко пришлось помучаться, чтобы выставить вот, ну, саму коробку, он сними в середине. Вот они, пазы. Ну, то есть, грубо говоря, вот так переключаются передачи. Это вот этот паз стоял вправо, то есть он был на передаче. Ну, его, в принципе, можно отверточкой снять с фиксации, и все. Ну, то есть передачи сняли. Теперь устанавливаем саму крышку. Если бы еще поменьше проводов тут было всяких. Все, теперь все становится отлично. Проверяйте передачи. Все включается. Вот. Проверили на нейтралочке. В принципе, и все. Тут 4 болта на 12. Сейчас закрутим. Ставим потом саму вот эту втулку в середину. И будем регулировать заново. Просто до этого только что регулировали, но все равно с пятой передачей была какая-то проблема. Вот. В общем, вот так вот. Все, если что, что-то снимем еще.